Наконец-то. Тысяча извинений. Сам не люблю опозданий. Рад знакомству. Спасибо, что приехали. Ты не подрочил перед приездом? Что? Ну, кто приходит на дело с заряженным стволом? Хорош пиздеть. Покупаем или где? Это вам не бирюльки. У того, кто стоит за товаром, газон, блядь, больше твоей страны. Джастин. Как всегда ослепительно. Только поправилась, смотрю. Сходи нахер. Вот и ваши красавцы. Он заказывал не это. Нихуя. Заказ был на М16, а это не они. Я вам, блядь, доставка пиццы, что ли? Не кипятись. Когда каждый при стволе? Так нужны вам винтари или нет? Ситуацией не владеет никто. Успокойтесь уже все, заебали! Ну на тебя. Вот другое дело. Исполнительный продюсер Мартин Скорсезе. Нам бы просто уйти с деньгами. Как и вам с вашими стволами. Блять. Хватай кейс. Что? В девчонку стрелять не будут. Блин, ну прости. Вот же сволочь. Со снайпером приходить нечестно. Так вот вы какие вытекшие мозги. Ох, нихуя! Эй, может поговорим? Не, ну ты чего? Я забыл, за кого я! Картонный доспех — это 5. Это чтоб заразу не подхватить. Ну блин, пиздец. А ну говори, кто вас нанял. Его звать... Варианта 2. Первый. Ты их отвлекаешь, я текаю. А второй? Второй. Ты валишь всех этих пидорасов, а я текаю. Шарлотта Копли, Арми Хаммер, Бри Ларсон, Киллиан Мерфи, Джек Рейнер. Ты же вроде такая была душка. Не всем душками быть. Перестрелка. Ты не охуел?